носик вот этот чик, лапки чик, опс, лапки лишние не нужны тут. Ну что это за креветки, как называются? Речные. Так, вот литр у нас воды поставили на плиту. Теперь сюда два лавровых листочка. Три зубчика чеснока. Угу. Раздавить, не очищая. Так. Соль. Обязательно. Соль по вкусу или много произвольно? Ну, так, чтобы оно солененькое было. Ага. Вот. Так. И пускай кипит. И должно закипеть. Да. Теперь мы готовим соус. Вот так. Для соуса мы берем сок половины лимона. Хотя надо было лайм, но... Так, один зубчик чеснока измельчить. Чеснок к лимону добавили. Одна чайная ложечка сладкого соевого соуса. Теперь это просто соевый, да? Это просто соевый. Это вот. Соль. Это столовая ложка обычного соевого. И теперь сколько? И сладкий соус чили. Ну, где-то... Ложка столовая. Тоже столовая ложка. Теперь перемешивается соус. Так, соус. Соус готов, да? Да. Вода закипела. И опускаем креветки. Пошли. И сколько по времени они должны вариться? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 13 креветок. Сколько по времени они должны? Ну, минуты 3, не больше. 4. Ждем. Сейчас оно снова должно закипеть. Да. И после закипания... Просто полминуточки. Они уже закипают, они уже цвет поменяли свой. Вот как только закипит вот этот бульончик, полминутки, да, они должны провариться? Да. Да вот оно уже. Креветки, соус и пиво. И пиво. Пиво Лео. Не пиво, сказка, с холодильничка. И маринованный чесночок. Вот.